Добрый день. У нас в нашем небоходе сегодня гараж-сейл. Я пошла и пошла без камеры, хотя, конечно, здорово показать, что такое гараж-сейл в Америке. Это когда люди выносят все, что им не нужно, выставляют на столы. Сейчас я пройдусь, я покажу. Но вот мой улов. Вот я принесла вот такую вот вазу под цветы. Она... Сейчас я покажу вам. Видно, не видно? Вот так вот. Это японская брендовская вещь. Шикарная будет у меня. Сейчас мы тут наши журнальчики на улице подвинем. Она у меня будет вот так вот шикарно стоять. С цветочками. У меня постоянно живые цветы в доме. Заплатила за нее $3. Вот, сейчас пойду пройдусь. Я еще выбрала шикарный Love Seed. Он раза в 4 дешевле того, что мы поставили Жене на мой кабинет. И он как раз поехал сейчас мимо этого лавсита, проезжал, и мы как раз там встретились. Значит, судьба, значит, надо брать. Я сейчас пойду туда, чтобы все снять и с ними договориться, а супруг мой приедет потом и оплатит. Пойду вам покажу всего. Давайте встречаться. Про который я говорю, он абсолютно деревянный, настоящее деревянное дерево, все solid wood, они его тут обзывают, вот такая шикарная вещь. Они просят за него $400 без $5. Но я попросила дискаунт, я уже теперь такая наглая. Я сказала, что я его хочу за 350, они мне сбросили до 375. Но это не их, это их брата. И поэтому они сейчас пойдут, позвонят ему. Может быть, нам отдадут за 350. Так, вот шикарное кожаное кресло рядышком. У них вообще сегодня очень... Окей, thank you. Очень много мебели продают сегодня. Вот тоже с деревянными, с настоящими наручниками. Это старая-старая мебель. И вот это вот, смотрите, какая. Но это требует химчистки. Ее продают за 225, а это тоже все очень красиво. Надо немножечко привести в порядок. Вот, а здесь у нас вот новогодние тарелочки всякие. А вот про эту штучку я сюда второй раз пришла. Это прямо наши соседи, прямо рядышком. Вот картинку можно купить буквально за $2. А вот эти вот штучки, меня тут негритяночка спрашивает, а что это, для чего это? Они американцы, они у меня спрашивают. И я сделала предположение, что, наверное, это на улице прибивается, одевается вот так вот, и в него ставятся горшки с цветами на улице где-нибудь. Вот, можно купить каждую за $1, потому что это гараж сейл. Все продают очень дешево. Соседи, пока папочка мой подъедет, мы чуточку походим. Вот чего-то они выставили всяких, но она так хорошо все оформила, даже вот приятно подойти. Ой, вон та, вон корзина, прямо я про нее сейчас подумаю. За 5 рублей вот так вот ее повешу под цветы, я, наверное, ее сейчас возьму. Вот у нас тут картины, живопись называется, цены вижу. Мне можно свои картины, наверное, вынести, но на гараж сейл они продаются очень недорого. Всякие скульптурки. Вот здесь вот корзиночки с цветочками. Они любят все скупать сначала, а потом все продавать. Вот еще один у нас стол тоже. Ой, сколько они своей бижутерии выставили. Боже ж ты мой. Ой. You went there with mission or something? Yes. That's the reason I am doing the fundraiser. It is for them. I do humanitarian. I went and brought global. We did the warming. HIV testing, TB testing. We did Они вот в Уганду помогают. Yes, I with can the United Nations. I visit the schools. Какая-то мексиканка, но она уже помогает вот детям в Уганде. Вот это американцы. Обожаю эту нашу. I went and visit them. Yeah. And I go to different countries, not only to Uganda, go to Africa, but go to Central America, South America, with the United Nations. And where are you from? I am from Mexico. Yeah, I thought so. I thought so. I am from Mexico. Yeah. That's good. And look, what we did in the mosque, we put a health fair and we vaccinate for measles.
Очень хорошо. Видите, они продают для того, чтобы помогать. Вот здесь вот собирают, кому что не нужно. Это карточка ее, то есть если кто-то хочет сюда что-то донировать, можно они продадут, чтобы помогать деткам в Уганде. Ой, thank you very much. It is such a nice job you do here. Я думала, она все это свое продает, а это они сделали специально на кружках. И все это пойдет на помощь детям. They make the bracelets. It's paper. It's recycled paper. It is from paper. Look at that. They painted. It is very good. Смотрите, они это сделали все из бумаги и покрасили. И она сейчас продаст здесь, и потом будет снова им туда помогать. Привет. Привет. Настя, поняла, что я из России. Вот, но это свои уже наряды. Вот, и всякие тут сумочки, и вот такие картиночки. Сейчас мы вот в этот ящичек заглянем. Ой, какая тут девушка у нас. Скульптура такая. Я не покупаю ничего такого мелкого. Папа в ламп набрал уже гору. Нам уже некуда их ставить. А я, чтобы пыль не протирать, не загромождаю себя. Хотя вот этот вот стул прихожий, но у меня узкая прихожая. Был бы просто великолепен, конечно. Вот такая она молодец. Помогает где-то, сама поняла, что ее Бог отблагодарил уже, что она из Мексики приехала сюда и живет. И поэтому с удовольствием помогает вот тем, кому пока трудно. Ну вот он наш сегодняшний улов. Все-таки нам отдали вот это вот шикарное Love Seat за $350. Вот дозвонились они, все сделали. Я его уже почистила, натерла, навазила. И эту вазочку я вам показывала. Я купила еще два вот таких вот шикарных... Как это называется? Оно на тарелке. Оно именное и номерное. Вот 222. Вот это... И это у нас... А это вообще 287-я ка еще. Вот так вот хорошо оформленная. Я не буду называть цену, потому что я думаю, вдруг я кому-то подарю. И вот такие вот купила из, у той же тетки, вот у которой мы стояли. И она показывала, что детки сделали из бумаги. И рассказывала, что она не знает, как это у них получается, что из бумаги вот такие шедевры. А потом я, когда уже камеру закрыли, там подошло побольше народу, она открыла другую коробочку, а там натуральные камни. Я в руки взяла его, и я говорю, это не бумага, это натуральный камень. Она говорит, конечно, натуральный. Ты из Мексики привезла, потому что там оно стоит копейки. Вот, и я купила, вот у нас на Урале есть такой камень, он называется малахит. И вот я купила себе новые малахитовые бусы. За буквально $7 она их продавала. То есть вот, вот такая, такие мои вот покупки. А вот это дерево. Вот это все натуральное дерево. И вот здесь вот такие неровности. Мне все это так нравится. Вот есть у меня теперь... Ну, а еще одна новая, никому не нужная штучка, которую я не удержалась и купила. Ну вот, ремошница, ничего не могу сказать. Когда я уже на всего навокупаюсь, и с Женей переговорили, я говорю, Женя, мне очень нравится, но нам некуда поставить. Он говорит, сейчас мы выкинем одну штучку и купим то, что тебе нравится. Вот. И у меня такая новая игрушка. Это был гараж сейл. То есть все продают, что вам не нужно. Мы с вами говорили о том, что у американцев есть пристрастие все покупать, а потом девать-то некуда. И они все понемножечку продают. Причем продают тоже очень активно. Все нужные, ненужные вещи. Ну, ненужные, конечно. Причем я очень много вижу, что продают вот тем, чем они украшают, декорируют дом, дома свои на праздники. Вот на Новый год, вот сейчас мы скоро начнут уже украшать к дню, как его называют-то,
Извините, извините, благодарение, а перед благодарением будет вот этот еще праздник, который с ведьмами, со всякими встающими из гробов трупами. Вот к этому празднику тоже начнут все наряжать уже. Ребятишки будут ходить, trick and treat делать, treat or trick. Yes, treat or trick. То есть, либо нас угощайте, либо мы над вами будем подшучивать. И я сяду там на свое привычное место возле дома со стороны входа и с ведром конфет буду раздавать и запишу это все на видео тоже. А сегодня меня очень удивило, что так много продают вот то, чем они обычно декорируют. Ну, зачем новое-то покупать? Уже старое мы декорируете. Видимо, надоедает. А может быть, как мой муж. Он говорит: Галь, давай уже все в донейшн сдавай, и тогда покупай новое. Тебе вешать некуда. Вот мы не продаем, мы в донейшн все отдаем. А многие люди любят на гараж сейле чуть-чуточку денежек заработать и с этими денежками пойти купить что-то новое. А с вами была Гальвина Смис. У меня сегодня самый хороший день. И я надеюсь, что у вас он тоже был самым лучшим, как и всегда.